Вилючинского депутата Тимура Бадальяна освободили от полномочий по решению суда. Это итог прокурорской проверки о соблюдении антикоррупционного законодательства. Как сообщала масс-медиа Камчатка, после свержения прежнего мэра города Подводников Сергея Потапова временно на вилючинский трон по решению местных народных избранников взошла первый зам экс-главы Ирина Бадальян. За ее кандидатуру в том числе голосовал ее супруг-депутат. Прокуратура Вилючинска тогда направила в Думу представление. Но депутат, а впоследствии и суд первой инстанции отказали прокурору, посчитав мотивы его обращения не основанными на законе. А вот что тогда сказал корреспонденту масс-медиа председатель Думы Василий Шевцов. В данном случае он, депутат Думы Вилючинского городского округа, Бадальян, представляет в первую очередь интересы своих избирателей. Я понимаю, почему вопрос. Конфликт интересов, видите ли, здесь назначение должностного лица, оно же не выборная должность, оно временно исполняющая обязанность. Мы не назначаем на новую должность. Здесь человек в должности находится, на постоянной должности, он первый заместитель. И ему в этой процедуре делегируются дополнительные обязанности, временно исполняющие функции, которые полностью перекрывают функцию главы. Я не вижу конфликта интересов в данной ситуации. Но это мое мнение. Прокуратура, в свою очередь, обжаловала принятые решения в Камчатский краевой суд. 20 июня апелляционная инстанция удовлетворила заявление прокурора и прекратила досрочно полномочия депутата Думы Вилючинского городского округа Тимура Бадальяна. Судебный акт вступил в законную силу.